Добрый день. У нас уже было 4 сеанса с Давидом. У нас очень улучшился сон. Мы применили ароматерапию по совету Давида. И, возможно, благодаря этому, благодаря сеансам, мы наконец-то стали лучше спать. То есть нет ночных пробуждений, бегания по 2 часа. Это было с 3 до 5 утра приблизительно. Нету подъема в 6 утра, мы наконец-то высыпаемся. Есть, ну, еще бывает, конечно, разовые какие-то случаи, но это обычно с чем-то связано. Либо если днем дольше поспала, чем обычно, тогда она, конечно, рано утром проснется. Но укладывание тоже вот этих несколько часов иногда этого нету. Спасибо, Давид. Также после крайнего сеанса 4-го произошло то, что София, ну, она стала намного спокойней и больше смотрела в глаза. Она вот обращалась к нам. Раньше это было просто вот берет за руку и ведет куда-то. Сейчас она смотрит на нас, что-то пытается как бы сказать, что-то просит, она смотрит, показывает и смотрит, смотрим ли мы на нее. И в тот день, когда был сеанс, это было позавчера, она, папа был стакан с водой в руках, она подошла к нему и сказала: «Папа». Это было первый раз, это было осознанно. Она смотрела в глаза. Раньше это были просто слоги «папа-па», «мама-ма». Это было где-то как-то никогда не обращенно. Просто болтание на своем каком-то языке. А сейчас это было именно обращение к папе с просьбой стакана воды. Это было счастье для нас огромное. Мы не расплакались, конечно. Спасибо за это, Давид. Слава Богу за это. А также у нас видно, что она стала понимать еще немножечко больше обращенную речь, потому что мы как-то вечером говорим: «Соня, надо игрушки собрать», а кровать уже была постелена. Она тут же запрыгнула в эту кровать и сделала вид, что она спит. Я говорю: «Ну ты еще захрапи». Она взяла и захрапела. Вот так вот. Потом забыла, заигралась опять на кровати. Говорю: «Игрушки-то не собраны». Она опять раз на подушку делом укрылась, и все, и спит. Плюс еще у нас со старшим ребенком неожиданно, он нормотипичный, произошли изменения. Читать не заставишь. Сейчас, как ни странно, я уже пару недель замечаю, что он хочет читать. Он ищет, что читать. Он прочел все, что у него было на полке, и ищет еще. Так как книжек много русскоязычных, а нам надо на украинском читать, то у него нечего читать. Надо покупать. Спасибо огромное, Давид. Слава Богу.